Ну что ж, я готов объявить решение наставника этой команды Димы Билана. Итак, 60% Билана goes to Андрей Цветков. Кела Гураля, 40%. Я прошу показать нам на экране решение зрительского голосования. И зрители решают 63% Кела Гураля, 17%. Андрей Цветков. 37% Андрей Цветков. Суммируйте нам, пожалуйста. Итак, Кела Гураля, следующий финалист суперпроекта «Голос», благодаря голосованию телезрителей. Дорогие телезрители, это ваш выбор.